Владимир Айказович Веробян. Родился 1 января 1926 года. Воевал на Первом Белорусском фронте. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, медалью Жукова, ветеран труда. Проживает в поселке Афипском с дочерью, окружен любовью и заботой. Уважаемый Владимир Айказович, разрешите поздравить вас с Днем Победы. Я в солдатики играю, это детская игра, но я это твердо знаю. Создан мир наш для добра, чтоб войны не знали дети, чтоб был мирным небосвод и остался, чтоб игрушкой навсегда пехотный взвод.